Всем здравствуйте. Так, с небольших приятных новостей. Вот. Наконец-то мы провели розыгрыш и объявили призеров, сделал максимальный товарооборот в своей структуре по продаже и покупке токенов, вернее, BTCC на пресейле. И также есть у нас 50 участников. Вот. Также уже в группе есть... Вернее, на канале есть розыгрыш среди всех участников. Вот, давайте я прямо сейчас перекину в группу. Ищите свои логины. И пишите, то есть, если ваш логин есть среди выигрышек, то вы пишите в техподдержку, и, соответственно, техподдержка проверит условия, выполнены ли все для того, чтобы получить депозит на платформе Bitcore Capital, и, соответственно, этот депозит вам будет зачислен. То есть самое главное условие – это покупка BTC токенов и не продажа этих токенов. Вот это одно из самых главных условий, которые нужно будет проверить. Вот. Всех победителей поздравляю. Надеюсь, все обратятся в техподдержку и получат свои долгожданные депозиты, особенно те, кто максимально, так сказать, участвовал в этом процессе. Вот. Но депозиты, я думаю, что будут уже доступны вам со следующей недели, примерно там с понедельника, вторника, пока выходные. А сейчас... Ну, это как бы самая такая основная новость, которую все долго ждали. Мы немножко затянули в связи с многочисленной, так сказать, занятостью всех наших сотрудников. Вот, поэтому... Но самое главное, мы это сделали, да? Еще раз, да, основная новость на сегодняшний день – это как раз розыгрыш. На следующей неделе мы ждем очень хороших новостей по... так сказать, легальности нашего фонда, легальности биржи, которая планируется стартовать, в ноябре, в декабре месяце. И, соответственно, на следующей неделе будут очень хорошие новости и новые, так сказать, небольшие нововведения. Еще, да, вопросы, да, поднимает Татьяна руку, включила возможность включить микрофон. Ага, а скажите, пожалуйста, а если партнеры только понимают по-английски, как им показать ваш вебинар? Будет в ближайшее время у нас вебинар на английском языке. Я думаю, что мы даже запишем презентацию на английском языке, и ее можно, соответственно, эту презентацию передавать в записи. Сделаем. А вообще какие языки будут, чтобы вебинар, чтобы понимать? Английский, немецкий, польский будут точно. Это уже сайт, да, переводится, и, соответственно, презентация будет на английский, немецкий, польский. Пока так. Ну, ладненько, спасибо, а то неудобно спрашивают, как вебинар посмотреть, смотрите, как информацию. У нас как бы такие, так сказать, инструменты по запросу, да, то есть если у нас, мы знаем, что у нас есть партнеры из Германии, они нам, соответственно, пишут и просят перевести презентацию, сделать, например, видео на немецком языке, да, инструменты, и, соответственно, мы для них делаем. То есть если есть, опять же, потребность в англоязычном, то вы, соответственно, тоже пишите, так, просьбы свои оставляйте на презентациях, и будем решать в ближайшее время. Ну, было бы хорошо просто, есть хорошо. Куда кинуть информацию, а нету перевода. Все, сделаем. Спасибо. Так, здесь есть немного вопросов в чате.
Так, когда включат стейкинг, это на вопрос уже ответил, в ближайшие 2 недели. А если поставить токены BTC на стейкинг, на год можно ли будет выводить прибыль на протяжении стейкинга, например, раз в месяц? А, то есть на стейкинные токены, да, вы можете выводить, там, может, по-моему, даже раз в 10 дней, либо там, даже каждый день, в зависимости от количества токенов. То есть это возможность, да, есть. То есть холдится у вас только те токены, которые вы, соответственно, вставляете на стейкинг и вывести, вы их не можете. Так, будет Zoom в близком ответил. Еще, если есть какие-то вопросы, прошу, задавайте. А можно еще вопрос? Да, ну, конечно. Блин, а у вас можно побольше информации сделать, чтобы там побольше роликов, ну, побольше прям информации, потому что ее реально не хватает. И очень мало кто рекламирует Bitcoin Capital. Сейчас будет больше информации появляться как раз по статистике, по доходности, по фонду. То есть, ну, сейчас есть, вернее, ведется работа, будем дополнять. То есть вы говорите, да, то есть тоже предлагаете какие-то свои варианты, то есть какого рода информация, то есть для вас, для развития нужна. И будем делать. Анечка, хочу сказать такой вопрос. Да, то есть, я думаю, что больше всего информации пойдет, наверное, после Нового года, конечно же. Мы сейчас... страховки. Ну, я могу сказать, и после страховки. Страховые сейчас добавятся на этой неделе, я думаю, как только сейчас, ну, API допишется. Но это дело не в этом. Просто когда сейчас поменяется чуть-чуть маркетинг, поменяется чуть-чуть пассивный доход, сейчас юридические документы поподписываются, у нас станет регулятор, то есть сейчас все это переформатируется в именно большой криптовалютный фонд, нас начнут писать в Википедии, всякие все различные статьи, мы будем принимать участие на криптофорумах. Вот тогда будет очень-очень-очень-очень много информации на самом деле, но еще раз хочу сказать, те, кто успел зайти в данный маркетинг, он и останется получать именно на том пассиве, которым он и будет, то есть и в том маркетинге, который у него есть. Но после, когда будет очень много информации, тогда будет немножко все по-другому. Вот тогда очень будет много информации. Так что те, кто зашел сейчас, да, с нами, то я вас поздравляю, вы как раз сели в лодку и на первом этапе. Вот. Такие небольшие отклонения. Здорово, если будет много информации. Просто, ну, когда много информации, тогда много движений. Я вот к чему. Я за это прям уже давно с вами борюсь. Я думаю, что сейчас просто, понимаете, в чем подвох? Наверное, просто не каждый хочет делать много информации. Вот. Потому что когда сейчас... Так я сделаю, вы ее дайте, я буду круглосуточно кидать. Мне не сложно. Да, конечно. Вы можете написать мне, соответственно, там решим, что нужно, и сделаем. А как написать? Ну, в личном чате. Да, Виталий Масленников в группе есть. Все, окей, договорились. Ладно, все, не задерживаем. И пресекал спекуляцию просто... Спасибо за вопрос, за предложение по развитию. Еще есть вопрос у кого-то? Да, я думаю, все супер, все понятно. Да. А еще раз хотелось поздравить всех победителей долгожданных наших. В общем, пишите тоже в техподдержку. Ну, скорее всего, да, там с понедельника начнем обрабатывать по этому вопросу и добавлять депозиты на платформе. Все, будем проверять, соответственно, условия в первую очередь, выполненные либо не выполненные. И всем хороших выходных. Ждем вас на презентации во вторник и, соответственно, плодотворной следующей недели. На следующей неделе будут как раз хорошие новости для того, чтобы их озвучить. Все, всех благодарю. Всем до свидания. Пока-пока.